строение хорошая горка. Она такая высокая, и с ней можно так далеко укатиться. Праздник вообще хороший. Кто-то карусели были хорошие, красивая елка зажглась, и салют был прекрасный. Советской площади у резиденции Деда Мороза. Уже несколько часов очередь не сокращается даже на несколько человек. Люди заходят и выходят, и это не прекращается. Каждый ребенок из Солнечногория хочет получить подарочек от Деда Мороза и Снегурочки. Желающих за подарками Деду Морозу стихи рассказать, да. А вы не за подарком, а за подарком? За подарком. Что там? Конфеты. Получила я радость. И всех юных солнечногорцев, и не только юных, всех жителей Солнечногорска мы приглашаем в резиденцию в гости к Дедушке Морозу каждый день с 12 до 3. Я всех вас жду. Мясо, конечно же. Да. Очень холодно, но праздник великолепный. Нам очень нравится. Это поросенок, приготовленный на ветле. Хотите попробовать? А я люблю. Вот ушки особенно. Видишь, уже одно ушко съел. Мы продаем изделия из верблюжьей шерсти и шерсти яка. Производство Монголия и Россия. У нас самые теплые варежки. Крайняя точка северо-запада области и культурная столица Подмосковья. Мы известны музеями и фестивалями. Фишка города – 12 месяцев, 12 фестивалей. Мы отметили 7-вековой юбилей и получили масштабный подарок от области – велопешеходный маршрут. Пока построена его первая очередь протяженностью 4 километра. Если веломаршрут – это нить, то достопримечательности и места притяжения Клина – бусины. Такое ожерелье можно собрать на пеших прогулках. Начинаем с вокзала, главных ворот города. И наша первая остановка – дом-музей Аркадия Гайдара. Серо-лиловый деревянный дом в три окошка с мезонином – то самое место, где последние 3 года жизни провел всесоюзный вожатый, красный командир и просто талантливый писатель Аркадий Гайдар. Здесь он написал свои самые известные повести – «Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Судьба барабанщика». Экскурсии проводят круглогодично. Цена – 200 рублей для детей и 350 для взрослых. Мы рассказываем о том, что Аркадий Петрович по жизни своей был, конечно, прежде всего бойцом, воином. И на это сделан упор. Самое удивительное, что когда к нам приходят взрослые, ну, старшее поколение, скажем так, они окунаются в атмосферу детства и выходят отсюда счастливые со словами: «Мы побывали в детстве, в деревянном доме, где даже дышится по-другому». Буквально 5 минут пешком от музея Гайдара, и вы уже в уникальном и единственном в России центре елочной игрушки – Клинское подворье. Изначально это был филиал по производству новогодних украшений, а сегодня музей с 12 залами. Здесь расскажут о зарождении и развитии стекольного промысла на Клинской земле, которому, кстати, уже 130 лет.
Новогодний сюрприз, химия стекла, цветная сказка и другие. Централизованные экскурсии – беспроигрышное предложение для отдыха целым классом или большой семьей. Этот интерактив нужно бронировать заранее. На елку и на долгую память всего за 270 рублей в подворье можно почувствовать себя настоящим мастером по росписи елочных украшений. Кстати, в подворье можно еще и переночевать в гостинице по соседству. Ведь это уникальный туристический комплекс. Альтернативный вариант гостиницы «Спектр». Разноцветная иллюминация создаст неповторимую атмосферу для вечерней фотосессии. Ведь какое путешествие без фото для соцсетей? Заканчиваем обзор достопримечательностей. На финальной точке веломаршрута дорожка привела нас к сердцу культурной жизни города, музею-заповеднику Петра Ильича Чайковского. Середина декабря, здесь начинается особое время. Каждые выходные – концерты, выставки, балет, опера для детей. Афиша пестрит мероприятиями на любой вкус. Это место – настоящий альма-матер, приобщенных к музыке великого композитора. Петр Ильич Чайковский был страстным любителем природы и относился с особым пиететом ко всем временам года, и в частности к зиме. И был он одним из выдающихся музыкальных пейзажистов. И зиму он также изображал в своих музыкальных произведениях. Как же приятны прогулки в тихих, красивых местах. Дом музея Чайковского покажет вам особую зиму, создаст особое настроение. Загляните сюда. Надеюсь, вам понравится наш маршрут зимнего путешествия по Клину. А за городом зима, зима, зима. Раздолье, белый снег, три белых почти коня, еще олени, маламуты, лайки, хаски. Это про этнопарк «Кочевник», расположенный рядом с деревней Морозово. Уникальный этнографический проект под открытым небом, который позволяет всем желающим познакомиться с культурой, бытом и традициями кочевых народов разных стран. Ну, сделаем 5 дорожек, да? Вот так, такая полоска. Давай, тогда, значит, бери вот клубок. Наматывай на челнок. Познакомиться с крестьянским бытом можно в музее «Жили-были». Его хозяин – известный сергиево-посадский художник Виктор Багров. Музей расположен в самом центре города, на улице Мастеров Новоловой. Все экспонаты, что называется, живые. Ими пользовались наши предки несколько десятков лет назад. Почти рядом, на улице Карла Маркса, буквально пару месяцев назад открылся еще один музей из прошлого. Ведь все мы родом из детства, и у многих оно советское. Поэтому этот музей пользуется большой популярностью не только у детей, но и у взрослых. Вот эти семейные вечера с настольными играми, они объединяют семью, семья становится дружнее, крепче. И вот эта идея как раз положила начало для нашей коллекции. Еще один музей, несомненно заслуживающий внимания, музей ракетно-космической техники имени Сергея Павловича Королева в городе Пересвет. Здесь можно услышать сигналы первого искусственного спутника Земли, увидеть уникальные фотографии, узнать подробности полета первых собак в космосе. И да, это были не белка со стрелкой, но и не только. Ведь на местном предприятии проходили наземную отработку почти все космические аппараты, побывавшие на орбите и за ее пределами. Если гагаринская ракета в момент пуска весила 270 тонн, то ракета «Энергия» 2375 тонн.
Говорят, что купола храмов Троицы Сергиевой Лавры видны даже из космоса. Увидеть красоту православного зодчества и поклониться святым мощам преподобного Сергия Радонежского в Сергиев Посад приезжают тысячи паломников. Кроме того, на территории нашего района есть места, которые притягивают не меньшее количество гостей. Это Гефсиманский Черниговский скит подворья Троицы Сергиевой Лавры, основанный в 1844 году, и источник преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ». Черниговский скит известен тем, что при нем основано пещерное отделение, которое стало местом тихого пристанища более чем 400 монахов. Гремящий ключ вблизи деревни Взгляднево и вовсе в рекламе не нуждается. Его вода считается целебной. Существует легенда, что преподобный Сергий по пути из Лавры в Киржач остановился здесь и подарил миру эти источники, бьющие из гор и дарующие людям исцеление и вразумление. Источник посещают круглый год, причем каждый раз все больше людей. Целебная. Не то, что вода, а место такое благодатное. 2019 год объявлен в России годом театра. Поэтому в Сергиевом Посаде следующий год начнется правильно театром. На пешеходной зоне «Дорога к храму» со 2 по 8 января пройдет фестиваль уличных театров. Свои таланты и умения будут демонстрировать творческие коллективы муниципального театрального ковчега, театр светового перформанса «Светлые лица» и творческая лаборатория «Эскизы в пространстве» из Москвы. Формат уличного театра, он немного другой, он предполагает интерактивное общение. И то, что мы увидим здесь, например, спектакли, которые вы видите в афише «Белая королева и снеговик», высота «Белой королевы» – это 3 метра в итоге. То есть любая программа, она длится до 30-40 минут, потом заложена часть общения с детьми, фотографирование. И все программы, которые делаются на этой дороге к храму, они рассчитаны для всей семьи. Мамы, папы, дедушки, бабушки найдут для себя здесь что-то интересное. Конечно, это не полный перечень интересных мест, которые можно посетить в Сергиевом Посаде и окрестностях. В этом году на территории района подготовлено около 400 праздничных мероприятий. В эти каникулы точно не будет скучно, ведь волшебство случается. Наш девиз «Сергиев Посад – верьте в чудо, чудеса сбываются». Если у вас возник вопрос, как же провести свои выходные, то нет ничего приятнее маленького путешествия. Ведь для этого нужно так немного. Хорошее настроение, пару часов езды от столицы, и вот вы уже в спокойном и уютном городе Егорьевске, который и по сей день сохранил уездный центр с малоэтажными застройками 18-19 века. А путешествие в Егорьевске нужно и можно начать с музея, ведь он у нас особенный. Егорьевский музей входит в 30-ку лучших в Европе. Первое, что вы увидите, это лестница, оформленная гуслицкой росписью. Она является одним из символов нашего города. Гуслицкая роспись отличается от гжели и хохломы тончайшей многослойной штриховкой, пышностью и яркостью изображения. Но это лишь начало. Ведь каждого гостя здесь встречает экскурсовод, который все вам подробно расскажет. Егорьевский музей – это, безусловно, жемчужина культуры и истории нашего города. Благодаря роскошной частной коллекции русской старины фабриканта Михаила Бардыгина, который оставил нам такое красивое наследство. Коллекция музея будет интересна и искушенному ценителю, и простому обывателю, который решил интересно провести свой досуг. Мы предлагаем нашим гостям экскурсии, интерактивные программы, мастер-классы, музыкальные салоны, фольклорные праздники. Вообще в Егорьевский музей можно приходить много-много раз, и каждый раз чему-нибудь удивляться. И это правда. Даже местные жители неоднократно посещают Егорьевский музей. Ведь в коллекции представлены лучшие образцы российской промышленности и дизайна 4 столетий. Выходя из музея, вы попадаете на центральную улицу Советскую, которая является одной из старейших улиц Егорьевска. Она была обозначена на плане города Екатерины II более 200 лет назад. Сейчас на этой улице располагается площадь, где когда-то находился Белый собор. Есть предположение, что если бы его не разрушили, то Егорьевск входил бы в Золотое кольцо России. Но в Егорьевске сохранились другие старинные храмы. Церковь Александра Невского, Казанский храм и храм Георгия Победоносца на улице Карла Маркса, который считается самым большим ныне действующим старообрядческим храмом в России. Парк 200-летия Егорьевска – вот любимое место жителей. Еще бы, ведь он является одним из самых крупных парков Подмосковья. Его площадь составляет 25 гектаров.
парк неспроста стал любимым местом. С каждым годом он только улучшается. Здесь вы сможете прогуляться по аллеям, а ваши дети – поиграть на площадке. В скором будущем планируется открытие скейт-парка. Одним словом, тут вы сможете отдохнуть от городской суеты. Если вы устали, у нас в городе есть развлекательно-оздоровительный комплекс «Бережки Холл», где вы сможете посетить аквапарк, боулинг и даже зоопарк, который обязательно понравится маленьким путешественникам. Мы постоянно развиваемся, идем вперед, открываем новые мероприятия, проводим много разных классных праздников, хороших. Вот, поэтому очень будем рады видеть у нас в гостях. Каждый гость для нас ценен. Здесь вы найдете буквально все. Баню, хамам, бильярд, тренажерный зал, караоке, спортбар. Тут представлены самые различные кухни. Греческая, французская, японская, русская. А если у вас есть дети, то для вас работает семейный ресторан «Тропикана». Ну и, как говорится, после плотного обеда полагается, нет, не поспать, а продолжить путешествие. Ведь согласитесь, что многие в детстве хотели стать волшебниками и на себе прочувствовать атмосферу любимого фильма «Гарри Поттер». Ну а, как говорится, мечты должны сбываться. В Егорьевске есть то самое место, которое туристы называют Хогвартсом. Но на самом деле сегодня это Егорьевский технологический институт, основанный в начале 20 века и построенный всего лишь за 2 года известным московским архитектором Иваном Барютиным в 1907 году. К достопримечательностям города относится Биг Бен. Да-да, вы не ослышались. Именно так местные жители называют фабрику братьев Хлудовых. Как вы сами можете заметить, эта постройка действительно имеет сходство с Биг Беном в Лондоне. В 1845 году заводской гудок известил о начале работы фабрики. Там работало 300 рабочих, около 15 тысяч веретен вырабатывало до 60 пудов пряжи в день. Есть мнение, что часы, которые украшают башню этого здания, были соединены с паровыми машинами, которые приводили в движение станки. И говорят, что по этим часам оценивали правильность работы тех самых паровых машин и станков в том числе, а еще по этим часам рабочие фабрики сверяли время. К счастью, сейчас это здание отреставрировано, оно красивое, часы вновь идут и даже подсвечиваются в темное время суток. Фабрика Хлудовых стала одной из самых крупных ткацко-отделочных предприятий, находившихся в центральной части России. Ну а если вы не успели посмотреть долгожданную премьеру в своем городе, ничего, ведь в Егорьевске есть кинотеатр «Пегас», здание которого за полвека претерпело множество изменений. В 1964 году в городе было завершено строительство кинотеатра «Октябрь» на 500 мест. А в 1992 он был преобразован в Центр культуры и досуга «Пегас». Сейчас здесь вновь открылся кинозал, где был сделан капитальный ремонт, закуплено оборудование, серебряный экран. Одним словом, все, что необходимо для комфортного просмотра фильма. Вот и закончилось кино. А куда же ехать на ночь глядя? Конечно, нужно оставаться. Переночевать вы сможете также в Бережках Холл, а утром продолжить знакомство с Егорьевском, городом с 240-летней историей.